Друзья мои, всем пламенный хеллоу. Сегодня на канале SML Van и жаркой солнечной Флориды, город Fort Lauderdale. Буквально вчера вы могли посмотреть и можете перейти, пожалуйста, автосалон Subaru. Я подсказал полностью машины, цены на новые и так далее. А сейчас мы пройдем по площадке тех машин, которые сдали в трейд-ин. И не сильно большой ролик будет, но здесь удобно, они с ценами. Я люблю, когда дилеры выставляют с ценами, я могу с вами вместе эти цены посмотреть. Интересные там позиции есть, и Гелендваген, и BMW, и Range Rover, поэтому давайте глянем. Ну, начнем вот с малыша Бронко. Кстати, я очень всегда хвалил этот автомобиль, рассказывал, показывал, потому что у меня есть подробный обзор. Это, мне кажется, очень достойный вариант для тех, кому, ну, не нужны лишние понты, а нужна такая, знаете, практичная, нормальная машина для, не знаю, для всего, вот так откровенно говоря, потому что очень-очень много здесь практичного, очень много понятного, там всякие подсветочки, открываете багажник и так далее, и вообще автомобиль получился классный. 10 тысяч пробег фактически, посмотрите, большое все равно такое электронное табло, и Ford в этом плане молодцы. Это у нас по стикеру 20-й год, 12 месяц, кстати, машина проходная, посмотрите, какой красавчик. Это Badlands, при том, при всем, что Badlands, посмотрите, у него есть блокировка, то есть полный привод и блокировка заднего дифференциала. То есть это машина такая, которая позволит вам больше, чем ездить просто по дорогам. При этом управляется как отличнейший легковой автомобиль. Давайте посмотрим. 10 тысяч, 2 литра, кстати, здесь у нас. И, естественно, да, полный привод. 30 тысяч долларов, ребят, всего 30 тысяч долларов за совершенно замечательно. Он, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, да, это чисто черный цвет. Камера заднего вида. Здесь отдельно открывается у нас стекло. Так вот у нас, когда надо глаз чисто открыть. Посмотрите, я говорю, опцион у автомобиля бомбический. И, в принципе, очень сильно он зашел здесь народу, активно используется. И вот, пожалуйста, вот проходная машина уже, кому там подходит 12 месяц, 20 год. Вот, пожалуйста, вот вам цена, комиссия, доставка тут будет прям минимальная, потому что находится недалеко, в Майами его можем перевезти самостоятельно. Кстати, мухобойка еще осталась от предыдущего собственника. Посмотрите, фары эти, туманки, да, здесь у нас такие. Короче, блин, шикарное авто. Доставка до Грузии такого автомобиля 2000 долларов стоит. Так, Таос, 22-й год, 40 тысяч пробег, 1,5 литра, 158 лошадиных сил и 21 500. Кстати, здесь у нас, не знаю, обозначены у нас лошадиные силы ли. Значит, посмотрим. Не обозначены, не стали писать, ну ладно. Посмотрите, загуглите. Ребят, вы иногда такие вопросы задаете, у вас же в руках компьютер. Вы можете всегда загуглить и просто посмотреть. Это несложно, мне кажется. Так, Sport Range Rover. Давайте посмотрим пробег, цену. Белый с черными дисками. 22-й год, 35 тысяч пробег, 3 литра. И цена 60 595. Ну, тут такой салончик, в принципе, не могу сказать уставший, но... Да нет, нормально в целом, все. Так, что у нас тут по фактическому у нас году? 10-й, 21-й год, как вы видите. 10-й месяц, 21-й год, тоже проходной вариант. 3 литра, да нет, нормально все, вполне себе. Машина не воняет, не прокурена, ничего. Вот ее фактический пробег 35 тысяч. Нормально, вполне себе. Так, это у нас Porsche Macan. Он у нас бесценен. Так получилось. О, вот это вот прикольная фишка, смотрите. Фаркоп воткнули. Они считают, что это реклама. Я считаю, что это антиреклама. Но при этом 350-й Fomatic, то есть полноприводная 350-я версия, 2 литра. И 23-й год, 12 тысяч пробег, 60 500 они за него просят, с черным салоном. Камеры 360, Бармерстер музыка, комфортные кресла стоят, оба. Ну, в принципе, 60 500. И он в AMG обвесе весь, полностью, еще и с порогами. Короче, неплохой вариант. Так, Хэмми. Додж Дюранго.
Dodge Durango. Давайте посмотрим. Про сильный не в обзор, ребят, я как-нибудь запишу. 22-й год, 20 тысяч пробег, 5,7 и 38 900. Вообще, 39 тысяч, закрытая машина. О, Геленваген. Так, это что у нас? 63-й, G63. Вообще, ребят, у нас в Швейцарии есть отличные варианты по геликам. По новым, 25-й год, вот эти последние наручники, пожалуйста, пишите, кому нужно будет поставка. Легко из Швейцарии доставляем, там хотите самолетом, хотите так. Значит, у нас 24-й год, 3800 и 218 тысяч пробег. С черным салоном. Хороший ценник, классный цвет очень. Очень необычный такой, Флорида стайл, посмотрите. Мне кажется, очень даже очень. Сейчас телеграм-канал уже. Ребят, у меня первый комментарий от меня. Там ссылка на телеграм-канал и инстаграм. И там я телефон оставляю. В принципе, WhatsApp, телеграм. Пожалуйста, пишите, потом созвонимся и поговорим. Только, пожалуйста, сначала пишите, ладно? Время на меня по времени Майами я нахожусь. Поэтому с 9 обычно до часов 10 вечера я доступен. Так, X5-60i в очень красивом цвете. Один из самых красивых цветов. Это 4,4. Давайте глянем, что... Помните, мы такой покупали, отправляли. У меня такой был. 24-й год. 5000 всего пробег. 4,4, естественно. Он закрыт, салон у него кофе, ну, как бы тут музыка Harman, понятно, Adaptive Cruise. Кстати, посмотрите, два ролика назад я свой трехлитровый, а он на зимней резине еще стоит, Bridgestone. Я свой трехлитровый, а он у меня VM, то есть очень заряженная машинка у меня, я выложил ее, он у меня на продаже, посмотрите, у меня есть еще X7 на продажу тоже. Вот, сейчас буду рокировать там некоторые машины. X4 Competition белого цвета. 21-й год, кстати, проходной 40 тысяч, 3 литра, и цена у него 56 тысяч долларов. X3 S-Drive, 3 литра. 21-й год, 17 тысяч пробег. S-Drive — это монопривод, ребята. 36 тысяч долларов. Range Rover Evoque, черненький. 21-й год, 30 тысяч пробег, 32 700. Evoque стоит, ну что могу сказать, ну здесь чистенько все, приятная машина. Battery low, говорит, заведите двигатель, а то battery low. Светленький салон. У него, кстати, по стикеру он у нас 21-й год. Так что проходная модель. Кому нравится Evoque, вот вам, пожалуйста. 32 тысячи. Так, Cybertruck. Давайте посмотрим, сколько он здесь стоит. Вообще, я вам сказал, что, в принципе, в порту уже можно получить. Их два варианта всего. Cyber Foundation и Beast. Beast с тремя моторами. Это у нас Cyber Beast, кстати. Это самая дорогая версия. 141 тысяча она стоит. И всего 269 миль пробег. То есть, ну, новая машина. Фактически. Вот он, вот так вот это все дело выглядит. Поэтому, кому Cyber Beast нужен, в принципе, адекватный ценник от того, что было. Машина новая, видите, у нее еще все заклеено. То есть, 260, это не так чисто, это технический пробег, они просто его там сделали для вида. Поэтому, чтобы можно было продавать на экспорт. А так вот Cyber Beast очень просто определить. У него будет трехглавый волк. Вот этот вот. Вот этот вот, да. Не знаю, видно вам его? Надеюсь, видно. Вот это вот Cyber Beast. Это самая топовая на сегодняшний день версия по Cybertruck. Поэтому сейчас тоже в телеграм-канал выложу. Посмотрите. Так, Range Rover. Land Rover Range Rover, автобиографии, кстати, 27 тысяч пробег, 5 литров, 20-й год, 69 тысяч, если быть точным. Прекрасное состояние салона, не прокурен, ничего, вообще запах новой машины, Алькантар, ну это самая топовая версия, автобиографии все знают, поэтому не нуждается в представлениях. По факту он у нас 19-й год, 12-й месяц, 19-й год, отсюда и такой ценник. Ну машина очень хорошая, шикарное состояние. Так, это я сейчас приду, сниму в телеграм, выложу. CLS 450. 21-й год.
31 тысяча пробег, а цены нету, бесценен. Вот еще одна тоже. Это трешечка Brooklyn Grey. К сожалению, тоже без цены, но если надо, пишите, я зайду на сайт, кому понравится. 330. Но я часто про BMW снимаю, поэтому вы уже цены на них, по-моему, знаете уже. Уже знаете легко про все эти моменты и цены. Так, ребят, в общем, вот такое сегодня у меня коротенькое видео. Зато машины показал, мне кажется, неплохо. Там какие-то варианты. Ну вот, Cyber Beast, Cybertruck, это обращайтесь, если что. Все, пока-пока. Увидимся. Спасибо, что были на канале.